Если вы побываете в Петрозаводске в Финском драматическом театре на спектакле «Охота на ведьм», то непременно обратите внимание на такой интересный факт. Роль одного из героев пьесы исполняет заслуженный артист Карельской АССР Тоево Ланкинен, а оформлял спектакль Лео Ланкинен, народный художник РСФСР, племянник актера. Лео не единственный художник в семье Ланкинен. Его младший брат Геннадий – скульптор. За серию этих работ Геннадий Ланкинен представлен на премию комсомола Карелии. Памятник революционеру Шотману, ранняя работа Геннадия, установлен на одной из улиц Петрозаводска. Разносторонний и интересный художник Лео Фомич Ланкинен. Его работы демонстрировались на многих республиканских, зональных, международных выставках. «Карельская девушка», «Портрет сказительницы Михеевой», «Капитан Воронин», «Ленин», «Современники и современность» — главная тема творчества Лео Ланкинена. В канун нового юбилейного года серия скульптурных портретов Лео Ланкинена была отмечена государственной премией РСФСР имени Репина.